Это что за сборище блогеров, я не понял. Я здесь. Что, одна снимает, второй снимает? А да, у меня вообще света не было. Да? А вспышку включить. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Смотрите, я отдаю ему. Опа, а где? Вот, все. Значит, быдло, он, наше YouTube-быдло, да, боржа такая. Он так провинился, это я просто... Ты что, за свои слова, поэтому все возвращаю. Ну-ка, я? Да, да, в смысле? Ну-ка, давай он меня камеру. Ругал очень сильно. Естественно, еще мягко сказано. Уисосил. Да, камеру надо протирать перед тем, как снимать. Короче, собрались два блогера, да? Один снимает, и снимает. Короче, ребята, Викос, быдло, борзая, беременная. Она вернула долг. Что там, мы сейчас это с вами узнаем. Как дела? Хорошо, сегодня ездила. Толстеем, да? Да, конечно, я сегодня ездила. О, ты жирная стала. Ты ведь не жирная, ты щеки. Да я похудел. Жек, я сегодня ездила, знаешь как? От целой Москвы через Свирок с мужем. Одна из. Где муж? Он там дома. А, я думал, смотрит на нас. Да, припарковалась. А ты с мамой, да, припарковалась? Конечно, нет, мы здесь, вон там потом уезжали. А-а-а. Да, так что ты молодец, научи меня. А, ну почему ты, да? Да, закрываю. Да, моё! Это моё. Кто работает, тот ест. Да, кто помнит влог, у нас был спорт. Вот, она не сдала, она проиграла, поэтому... Поэтому. Я подставилась, ребят, я не специально. Да, поэтому черная упаковка меня радует. Больше фольги. Заберешь у себя. Ты знаешь, открываешь коробочку, там фольга, там еще фольга, там фольги, фольга, да? Представляете, для чего можно фольгу использовать? Но здесь у нас, смотрите-ка. Там еще мясо. А, там еще мясо. Да, и огурчик, видишь еще? Где огурчик? А, нет огурчика, да, я подумала огурчик. Подожди, я чем-то. Зашибись. Ну, ничего. Все! Ваше впечатление, Евгений. Конечно, она не сама это сделала, а купила. Но мы не договаривались, что это буду готовить. Да, и вот это вот мой косяк. А Викус у нас приобрела, значит, Ford Focus 3. Вот так вот он выглядит.